рассказывали, Лол? Да! Да! Тогда ловите! У нас получился Лол со смертельным номером. Итак. Упал Лол на швинке голову. Итак, что тут у нас за Лол? Да, у нас Лол такая золотая Лол. Да, кстати, мы не поздоровались. Да. Привет. Так что давай открывай побыстрее. Где наш замочек? Так, у нас есть замочек красивенький. Мы постараемся сейчас открыть его. А ну-ка, открывается Лол. Нам так интересно. Вы пишите, потому что сейчас у многих Лол. Да, да. И мы очень хотим узнать, у кого какие вообще куколки из блестящей серии. А может быть еще у кого-то какие-то серии. Так. Так, открываем. А ну-ка, давай первую. Прикольно. Так, такая, смотри, в сердечках все. Класс, да? Ой, это у нас какая-то подсказочка? Там все написано. А ну-ка, дай. Вот, прочитай, кто там по-английски. Прикольно. А ну-ка, кто видит? Чик-чик-чик-чик-чик-чик. Так, у нас здесь платьечко и какой-то вентилятор. Ну, ничего себе, она такая крутая. Это вниз ногами написано что-то по-английски. Так, а ну-ка, здесь написано Fashion Fan. Ничего так, себе. А как оно переводится? Модный фен. А кто знает, как переводится, напишите в комментариях. Fashion Fan. Стикеры. Стикеры, обычные стикеры. А смотри, какой там Лол. Он золотой, это крутой Лол. Это блестящий. Блестящий Лол у нас был золотой, но блестящий. А ну-ка, ну-ка. Что же тут в нашем пакетике? А ну-ка. Здесь у нас бутылочка. Ты уверена? Ух ты. Ой. Что это такое? И соска. Такой красивый шарик, а бутылочка вот. Это сосочка на цвет мята. Точно, смотри, бирюзовая такая. Вот тут вот тоже такая вот сосочка. Ну, бутылочка у нас когда-то такая была, да? Только розового, кажется, цвета. Давайте. Ну, бутылочка такая, если честно, не очень, да? Мне тоже не сильно понравилось. Ну, так, что там дальше? О, еще один пакетик. Так, а ну-ка смотрим, что тут у нас такое. Открывай. Разрывай. Давай. Опа. О, ты ж у нас супергерой? Да. У тебя должны быть силы. Так, а ну-ка. Здесь сапожки. Сапожечки? О, какие красивые, посмотрите, ребята. Ух смотрите, ты, они блестящие. Класс, сейчас я вам покажу. Сейчас, секунда. Смотрите, сейчас я вам сделаю. Они блестящие, как я и хотела, и класс, класс. Я тоже люблю. Это мой вообще любимый цвет. Смотрите, как он переливается. Слушай, прям под твой костюм, ты знаешь? Я обожаю такой цвет. Круто, какие сапожки. Просто бомба. Она крутая, Лол. А ну-ка дальше давай посмотрим, что же нас ждет. Да, нам так уже интересно, что нам все равно, как оно открывается. А ну-ка. Еще один пакетик. Прям интрига какая-то. Что же тут у нас дальше пакетик? Открывай, Леди Баг, ты у нас сильная. Давай. Я Леди Баг. Та-ра-та-та. Как там песня? Ура, я просто в шоке. Правда? Обалдеть! Вот это платье! Крутое! Ты знаешь, мне вот эта серия больше всех нравится. Не знаю, как вам, ребята, но блестящий Лол. Вообще супер! Смотри, прям под наши декорации. Смотри, крутое вообще платье! Блестящее! Такое блестящее! Его можно потерять! Ну, точно! А ну-ка, дальше что там у нас? Ну-ка. Смотри, какие куколки. Вау. Такие модняшки. Я открываю. Здесь наш попадочек зайчик. Правда? Я его видела. Круто. Покажи. Это обруч такой? Да. Классно. Я его видела.
А ну-ка, открываем. Это уже, наверное, куколка сама, да? Да, это куколка. Вот так вот, супер, давай. А ну-ка, Леди Баг, я Леди Баг. Та-л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 а. Трудновато? О, опа-опа-опа. Ух, я вообще какая девчонка. Просто и платье. Смотри, какая она блестящая. Я вот эту видела на самом первом. Вот смотрите, ребята. Смотрите, какие у нее глазки. Да, обязательно. И вот, ребята, вот такая у нас получилась куколка Лол в блестящей серии. Если у кого-то есть такая, напишите обязательно в комментариях. А давай их познакомим с моими куклами. Если вам нравится и понравилась наша Лол, и понравилось наше видео, обязательно, ребята, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. Итак, всем пока-пока!